Я без тебя не могу жить. Мне без тебя и в дожди сушь. Мне без тебя и в жару стыть. Мне без тебя и Москва глушь. Мне без тебя каждый день год. Если бы время мельчить, дробя. Мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Нина, это же написал Николай Асеев в 70 лет, в 70, а я в 26 ничего. Какая бездарность, ведь Лермонтову было 26, когда он погиб. Ну почему, почему мы так бездарно тратим время?